встал. Страшный ливень обрушился на российскую столицу сегодня, 18 июля. Дождь идет уже несколько часов, а городские службы явно не справляются со стихией. Столица в буквальном смысле потоп. В соцсетях люди делятся кадрами с московских улиц, которые, преимущественно в центре, оказались затоплены. Например, в одном из дворов Петровского бульвара машины стоят в воде, уровень которой доходит до дверей. В соцсетях шутят, что появились новые реки, такие как Арбат и Ленинский проспект, а также Маяковская. Даже вблизи Красной площади заметны серьезные трудности при проезде, а переход Охотного ряда встречает пассажиров дождевыми потоками. Синоптики предрекают, что дождь не только не утихомирится, но даже усилится в ближайшие часы и будет идти вплоть до утра 19 июля. Власти выступили с предупреждением, обращаясь к администрации ресторанов и кафе. Им надлежит закрыть летние веранды и укрепить конструкции из-за надвигающегося апокалипсиса.